Всем привет! Всем привет! Вы на канале Мисс Валентин. Мы делаем коротенькое видео. Коротенькое видео о том, как помочь папе открыть банку с огурцами. Да. Даже когда у папы нету силы открутить. А ну попробую, как откручивается. Откручивается сначала, покажи. И Валентин тоже не может открутить, нет, и папа не может открутить. И мы уже знаем такую хитрость. Все, нам нужна ложка. Ложку вставляем вот сюда, вот. И надо как-то... И надо так вот поддеть, чтобы аккуратненько попало чего туда? Воздух. Куда? В банку, чтобы... А, чтобы здесь там... Здесь как бы банка как в вакуумном помещении. Ага, воздуха. Есть небольшой вакуум там, да? То есть внутри давление ниже, чем снаружи. И мы не можем открутить пробку. Но когда туда запускаешь воздух... Даже сложно. Ну, немножко сложно. Надо найти такое место... В баночке, где можно подсунуть ложечку. А я знаю, в чем секрет. Нам нужна большая ложка. Не маленькая, а большая. Давай возьмем большую. Давай возьмем большую ложку. Держи. Она удобнее будет, как рычаг. Только надо хорошо подзасунуть. А ну-ка. Нет, не получается. Не получается? Нет, не получается. Не получается. Когда не хватает сегодня сил. А вчера хватило силы, да? Да. Вчера я открывал так же сам банку. А ну-ка. Только у меня же не хватает сил. Вчера мы до 4 часа ночи не спали. А, мы праздновали Новый год. Да, был самый долгий Новый год. Валюська все пытается еще, давай. О, слышал? Есть! Ха, секрет, вот он как. Вот теперь мы открыли банку. Теперь мы открыли банку с огурчиками, и мы свободны. Вот такой вот маленький, как это называется, лайфхак или что это такое? Да, лайфхак это когда... Какая-то хитрость такая применяется, да? Которая в жизни... Пригодится, хорошая. Хорошо, это все, я всем... папе готовлю. Спасибо большое тебе. Всем большое детям спасибо за просмотр. Всем пока, ставьте лайк, кому понравился, и пишите, какие вы знаете свои лайфхаки такие. Да. Всем пока. Всем пока.